Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Акбулатова Алия. Алия, из какого вы города? Я приехала к вам из Уфы. О, как здорово, издалека. Впервые ли вы на мероприятии, которое организует стоматологический магазин «Ромашка»? Да, впервые, была очень рада приглашению и рассылке обучения. Как вам качество подачи информации? Очень классно, очень рада. Жду скорее второго дня практики. Думаю, уеду просто с багажом знаний. Самое главное, что это пригодится вам и применено будет. Да, я уже вот полдня прошла, я уже мечтаю все это попробовать на работе. Здорово. Получили ли вы регистрационный пакет? Как вам его наполненность? Отлично. Я еду с ручной кладью и боюсь, что я это не увезу. Тут вопросы, если что, да. Подарю друзьям в Питере. Тут даже мальчики почитают. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, может быть, какие-то темы есть, которые вы хотели бы услышать на следующих мероприятиях, организованных нашей компанией? Даже не знаю. Даже не знаю. И когда вы будете отправлять рассылки, я буду все читать и выбирать. Здорово. Спасибо вам большое за ответ. Спасибо. И будем ждать вас снова. Спасибо.